Всем привет, с вами дядя Володя Страшный. Блять, открываю дверь и говорю, всем стоять, блять, никому не шевелиться, сука, блять. Кто подвинется с места, блять, я тому легкие через жопу выдерну. Но это я только что смотрел, пипец. Сидел дома, тепло было. Кстати, фильм этот до сих пор идет. Ну, думаю, если я буду тратить время свое на просмотр пипеца, это будет просто какой-то пипец. Ну, хочу сказать спасибо тем людям, которым не безразлично, кто пишет комментарии мне. Любого рода комментарии я принимаю. Некоторые пытаюсь оспорить, когда вижу, что человек неверно воспринимает то, что я показываю. Жалко те люди, которым я объясняю, что он неверно воспринял, не могут даже это воспринять, мое объяснение. Тем внимательным людям, которые вчера заметили, что я попутал эксцентрик, я называю это эксцентриком, но это по правилам это кулачок прерывателя. Интересная птица сидит, орёт. Но это не сорока. Кричит. Жалко, у меня камера такая. Ну, я так, на зажигалку снимаю. Знаете, зажигалка Бик. Вот на нее сейчас я снимаю. Вон сидит эта птица на ветке. Чирикает и хвост задирает. Ну и вот вчера мы меняли кулачки эти, кулачки прерывателя. Меняли, да не выменили. Как пословица, да? Менял я кулачок прерывателя, да не выменил. Потому что я ошибся и поставил другой. Ну, конечно, ребят, если бы я ошибся, поставил другой, я в конце видео не сделал бы такой вот репост. Кусок бы этот не вырезал бы и не показал бы вам, что где я ошибся. Конечно, все это видел. Ну, я снова буду вам рассказывать то, что я вам показываю, и то, что вы видите. Бывает не совсем не то, что я этого не знаю. Или, ну, как бы это бывает даже что-то фейковое такое. Ну, это же кино. Давайте я вам расскажу про прерыватели. Опять, какие прерыватели? Про кулачки прерывателей. Да, они есть и питерские, и планетовские. И как бы, чтобы этот спор прекратить, я сейчас вам покажу. Один юпитерский, другой планетовский. И уже после этого объясню вам, почему один юпитерский, почему второй планетовский. Почему они так называются, чем они отличаются, а различия в них есть, и куда они назначаются, и что будет, если их попутать местами. Кстати, сейчас 9:30 утра, на улице холодно, утром был заморозок. Ну и человеку, поэтому я его буду называть Кака, потому что у него там, потому что он Кака. Пусть это его не обижает. Он пишет все правильно. За меня, кстати, заступился только один Дмитрий. Дмитрий, дружочек мой, который здесь песни исполнял, который с Мурманска ко мне приезжал. Это Дмитриева бабина. Единственный человек, который за меня заступился. Ну, а Кака пишет все правильно. Возможно. Предлагает мне тут солидолом замазать, заполнить, замерить объем этого. Ну, чтобы сравнить с другим объемом, наверное, мне нужно будет предложить снять головку 72-кубового. То же самое обмазать солидолом, заполнить. Тоже чем-то заполнить, слить. Потом объемы слитых жидкостей сравнить, пересчитать и... на ход поршня, вычислить степень сжатия,
В общем, а я просто на это скажу, ребята, в очередной раз я вам скажу, я показываю то, что я делаю. Я не претендую на то, что я делаю правильно. Во многих случаях я делаю неправильно. С этим прям соглашусь. Видите, я никогда не просил вас подписываться, ставить лайки. О чем мне там что-то тут упрекнул этот товарищ, который мне тоже товарищ. Но он воспринял так это как-то почему-то. Как-то вот он так воспринял. Он... Ну ладно, хер с вами. В общем, я считаю, что Porsche не выступает. Человек пишет, что он выступает. И это мы тоже как бы обсудим в следующем фильме. А сейчас у нас разговор о... Знаете, как он называется? Он называется кулачок прерывателя. Есть ижевский, а есть и есть ижевский. Их два ижевских. Только один P4 называется, а другой просто U. Ребята, что, дождались, да? Два ижевских разных. А вы спорили? А вы думали, что дядя Володя страшный вам не покажет, не расскажет и не объяснит? Конечно, я объясню. Значит, смотрите. 6 вольт ротор. 12 вольт ротор. Эти вещи называются кулачок прерывателя. Я их называю эксцентриками. Поэтому вы меня за это простите. Впрочем, мне похрену. Так что, значит, есть два вида. Планетовский и юпитерский. Ну, вот этот называется планетовский. Он подходит и на 6 вольт. Становится, видите, стал. И на 12. Но это... кулачок прерывателя 12 вольтовый, и он называется планетовский. Знаете почему? Потому что у него маркировка ИШ-P4-1-11-1, и он предназначен для зажигания 12 вольт, и выглядит он вот так. И несмотря что он там типа называется планетовский, он ставится на юпитеры 12-вольтовые и на планеты 12-вольтовые. Теперь берем вот этот кулачок прерывателя. Он называется у нас ИШ-U-1-113-2. И предназначен он на юпитеры и планеты 6-вольтовые. И вот так он выглядит. И он становится и на 6-вольтовый ротор, потому что он предназначен для него. Вот засунул, блядь, сука, сука. И на 12. И вот если вы их местами поменяете, у вас мотоцикл не будет работать правильно. А сейчас почему, я вам объясню. Помимо того, что у них разный профиль, вот так вот смотрим, видим, да? Как бы вам так показать получше. Но оно и так видно. Видно же, да, ребят, что они разные. У юпитерского, потому что у него маркировка юпитерская, то есть у 6-вольтового, если их поставить одинаково, вот прорези, да, потом мы их вот так вот одинаково переворачиваем, то мы увидим, что вот этот эксцентрики вообще в разных местах, и они работать по своему определению не будут правильно. Они будут размыкать контакты
совершенно не в том месте и не в то время. В общем, не перед ВМТ, а там где-то в каком-то другом положении поршня. Вот такая история. Ну, в общем, поняли, да? Юпитерский, он 6-вольтовый, планетовский, он 12-вольтовый. Вот в этом есть различие. А вчера я вот это вот планетовский, я такой же снял с Юпитера, ну, потому что он 12-вольтовый, и их попутал местами, типа того, вот так вот, в кавычках, попутал. И сейчас вот я пойду попутанный, тут он на мобиле у меня стоит, заведу и посмотрим, как с попутанным мобил заведется или нет. Ну и напомню, что около нулевая температура сейчас даже. Ай-яй-яй. Ну что, берем мобила, открываем бензин. Ну, я открываю бензин сразу. Почему? Потому что пока я его сейчас выкачу оттуда, что может бензин там карбюратор наполнит. Чтоб не тратить время наше драгоценное. А, это ж я вчера передачку включал, чтобы открутить ротор. Не ротор, а кулачок прерывателя. Так. Вода страшная, блядь. Сука. Зачем мне это надо? Кому я что объясняю? Кому я что... Но я ж ничего не доказываю, я просто показываю, что я делаю. Я, например, мог бы это словами вам рассказывать. Ну, я ж лучше покажу. Так, обогатитель. Кстати, после того, как я покажу, заведется он или не заведется, я все равно именно тот кулачок прерывателя, который здесь прежде стоял до вчерашнего дня, поставлю назад. Я газ не даю. Спасибо всем, пока. Димону Трубкину привет от меня и от мобила с резиной лысьон. Кстати, вот этот юпитерский, да? Я сейчас ходил, откручивал с бабушки, с планеты, с третьей. Сейчас мне еще идти туда ее назад ставить этот кулачок прерывателя. Вот я шпаргалку выписывал, потому что здесь на двух страницах искал вот в этой книге данные подтверждения своих знаний или незнаний, своего невежества или наоборот. Вот смотрите, кулачок прерывателя. Ишь, планета 4-1-11-1. И он устанавливается на, видите, Юпитер 4, Юпитер 5, 5.01. Ну, книжка старая, как бы здесь было еще Юпитер 6.113, 114, ну и там прочие модели. Вот. А где Юпитер 3, то есть 6-вольтовая техника, стоит прочерк. Это ИШ-П4 называется. Кулачок прерывателя. Вот он. У него вот это вот сектор более узкий. И сейчас вот мы прочтем про другой. А, вот. Он же тут рядом и был. Кулачок прерывателя. Иш-Ю.
Юпитерский 1-113-2. Он ставится на Юпитер 3, ну то есть на 6-вольтовый. А модели 12-вольтовые стоят прочерки. Он вот он. Это кулачок прерывателя ИЖЮ. И у него сектор более широкий. Вот слева ИЖЮ, ИЖП. ИЖЮ 6 вольт. Применяется как на Юпитерах и на планетах. ИЖП4. Кулачок прерывателя применяется как на планетах, так и на Юпитерах 12-вольтового оборудования в генераторах. Вот так это должно выглядеть. Все, пока. Удачи вам, ребята.